Ну, прям неплохо. Что там получилось-то? 25 боевых единиц. И 3 Нексуса. Ну, короче, то же самое. Разрушать базы только на сложности боец. Погнали. Че он там, ролик какой-то будет по-любому. Отомщу Амуну за предательство. Твои собратья верят в это так же, как и ты? Мне все равно, во что они верят. Главное, чтобы подчинялись. Мы избрали разные пути правления, Аларак. Несмотря на это, мы можем не только прервать войну между нашими народами, но и заключить союз. Ты так думаешь? Наши народы очень разные. Мы все жаждем мести, и мы все протосы. Разве этого недостаточно? Хорошо. Беспрекословно прими мою власть, и мы объединим наши армии. Не испытывай мое терпение, Талдарин. Амун силен. Вам не справиться с ним без союзников. Мы объединимся и вместе отправим его обратно в бездну. Давай скажем так. Мы заключили еще одну сделку. Временно. Прощилы, гоблин. Ты думаешь, что победил? Пытаешься спасти порочный цикл? Но меня не остановить. Амун, я разбил твою армию тиранов. Разрушил лабораторию гибридов и привлек твоих слуг на свою сторону. Осталось лишь уничтожить тебя. Наглая букашка, я несу спасение, и не в твоих силах меня остановить. Ты вернешься на Айюр и умрешь. Он ушел. Какой самонадеянный. Я смогла проникнуть в его разум так же, как он проник в мой. Его тело почти готово, и сейчас он ждет нашего прихода, чтобы направить против нас великий флот. Есть способ этого избежать. Нужно уничтожить священную пси-матрицу Айра, иначе мы все обречены. Если он использует золотую армаду, чтобы мы не смогли уничтожить его тело, ты права. Матрицу придется разрушить. Твоя связь с Кхалой была полезна нам всем. Однако пора тебе освободиться от оков Амуна. Прерви свою связь с Кхалой. Я лишусь всего, что знала. Освободись от прошлого, Рахана. Вступи в новую эру. Это единственный способ. Всеми базарем. Талдаримы приняли правду о предательстве Амуна. Кто-то принял, а остальные
боятся ослушаться моих приказов. Никто не хочет вызвать тебя на Ракшир? Пусть вызывают. Никому не устоять перед моей яростью. Это начинает надоедать. Мы сделали то, зачем пришли. Теперь нам нужно лететь на Аюр и разгромить Амуна. Ты не можешь приказывать мне, Аларак. Мы вернемся на Аюр, когда я решу, что настало время. Надеюсь, оно настанет скоро. Так, совет Ядроша, посмотрим. Артемис, я боюсь не того, чем Талдаримы являются сейчас, а того, во что они превратятся, когда Амун будет повержен. Ты боишься, что они никогда не вольются в наше общество? Мы с ними одной крови, но они не такие, как мы. И глубоко внутри ты знаешь, что этого не изменить. Нас ждут нелегкие времена, но мы должны попробовать. Это огромный риск. Чтобы объединить всех протосов, нужно много усилий. Мы, как нити одной материи, станем сильнее, только связавшись вместе. Страшно подумать о том, что может сделать с нами их культура. Насколько сильно мы изменимся. Да, мы изменимся. Возможно, ты боишься этого даже больше, чем предстоящей битвы. Впереди нас ждет неизвестность, матриарх. Рахана, ты увидела что-нибудь еще до того, как твои нейронные узы были отсечены? Да, я видела гибель Амуна. Когда перворожденные создали Кхаллу, Зелнага очнулись ото сна. Они почувствовали некую неполноту в пустоте. Они обнаружили Амуна вместе с последователями на Зерусе. И началась война богов. Амун выпустил свой рой. И тогда рой поглотил Зелнага. Лишь немногие остались на Ульнаре. В последней битве Амун был повержен, но не уничтожен. Он вернулся в пустоту и заразил ее своей ненавистью. Его служитель Нарут тысячелетиями подыскивал новое тело для своего хозяина. Гибридов! Это был важный шаг к созданию его нового тела, которые сейчас готовят на Айюре. Он уже близок к успеху. Мы еще в силах ему помешать, Рахана. Его можно победить снова. Так, ну и что здесь? Аларак привел с собой новых посвященных. Они не обузданные, но могучие. Здесь еще одна закрытая фигня есть. Тамплиер. Посвященный. Ну-ка. Мы отомстим за предательство. Десять единиц урона наносит. Псионная сфера. Неплохая тема. Жертвоприношение. Да ну фигня какая-то. Интересно, что здесь будет? Да ладно. Не рассчитывай, что я перестану следить за Алараком после этих событий.
Я и не рассчитывал. Если он осмелится предать нас, предпримет хоть что-нибудь против тебя, я расправлюсь с ним на месте. Хорошо. Я полагаюсь на тебя. У Саларита уже 65, прилично. Перегрузка матрицы. Что-то там с пилонами. Ну-ка, если убрать. Можно какую-то сотку взять. Либо Феникса, либо вот это. Ну, воссоздание зачем? Это же Феникса. Так поприкольнее будет. Так, ну и посмотрим, куда там перелет открылся. Смерть. Разрушение. Но мы узрели и проблеск надежды. Мы уничтожим новое тело Амуна и изгоним его из Кхалы. Тамплиеры готовы к решающей битве. Так, ну пойдем перелетим. Братья, сестры, настало время нанести удар. Неужели совершилось чудо? Благодаря своей связи с Кхалой, Рахана узнала замысел Амуна. Он создает себе новое тело. Он существует лишь в нем и в Кхале. Но пока его тело не завершено, он уязвим. И наверняка призовет на свою защиту Золотую Армаду. Мы еще можем помешать им перенестись на Альт, лишив энергии сети скрепления. И это даст нам время, чтобы уничтожить тело Амуна. Умно. Когда под его контролем останутся лишь тамплиеры, мы используем ключ и вытесним его из Халы. Да, но ненадолго. Этого хватит, чтобы наши воины успели отсечь себя от Халы. Это изгонит Амуна в пустоту. Рискованно. Можно просто уничтожить их всех с орбиты и не тратить время впустую. Как ты смеешь? Это наш собственный народ. Я не пойду на такое, Аларак. Мы столкнулись с настоящим кошмаром, но мы должны выстоять. Готовьтесь. Нас ждет последняя битва, и мы вступим в нее с честью. Так, тут задание, тут побазарить надо со всеми. Сначала побазарим. Артанис, для тебя дверь всегда открыта. Я так явственно представляю себе Аюр. Словно чувствую теплый бриз Алдеры и наполняющий меня солнечный свет. Совет преторов также направил меня в Алдеру в юном возрасте. Именно там я впервые выпустил пси-клинок. И Феникс тоже. Для него это был важнейший момент жизни. Он чувствовал великое предназначение. Четко осознавал смысл своего существования. Надеюсь увидеть это место, которое он так полюбил. Место, о котором ты вспоминаешь... Больше нет. Тот мир ушел в прошлое. Значит, вместо него мы построим лучший мир. Ключ реагирует на энергию пустоты на поверхности Аюра. Но с такой интенсивностью это может быть только... Амун.
сколько нужно времени для подготовки ключа? Этого я не знаю. Так его использовали лишь однажды. Кто-то явно пытался воздействовать на ключ. Скорее всего, существо Нарут, которое упоминает тиранский инженер Свон. Его использовали, чтобы вытянуть из Керриган энергию пустоты и в дальнейшем использовать ее для возрождения Амуна. Принципиально это возможно. Но взял Нага столько энергии? Артефакт никогда не предназначался для удержания такого ее объема. Ты найдешь способ, Каракс. Я знаю, что ты никогда не успокоишься, пока не завершишь начатое. Я верю в тебя. Благодарю, Иерарх. Но это сложная задача. Ключ задумывался как вместилище, а не тюрьма. Так, тут все так же оставляем. Айр. Многие представители моего народа видят его впервые. Они были рождены на Шакуросе и только в легендах слышали о родине. Теперь, когда сила ключа в нашей власти, они наконец-то смогут узреть свой родной мир. Зератул был прав. Ключ подарил нам надежду. Да, хотя и не так, как мы предполагали. И все же своим самоотверженным служением Зератул подарил нам этот шанс. Я всегда буду чтить его за это. Так же, как и я. Сионная матрица впервые была активирована 3000 лет назад. Так странно. Я знаю об этом радостном событии только по историческим записям. Я не чувствую воспоминаний. Я не могу поведать тебе о радости, которую испытали протосы в день активации Пси-матрицы. А еще о каскаде мыслей, который пронесся в Акхале и в сознании гордых халаев. И тем не менее, мы знаем все, что нам нужно о тех временах, Рахана. Да, но пойми меня правильно. Если я знаю о событии настолько мало, мои рассказы и советы могут быть неточными, даже неверными. Возможно, именно так и нужно воспринимать историю. С некоторой неопределенностью. Смотреть на нее сквозь призму той эпохи, в которую живешь. Так, ну здесь ничего нового. Арданис, твой народ не спасти. Я знаю, что ты мечтаешь об этом, но это невозможно. Наша главная задача — уничтожить Амуна. Мы должны полностью посвятить себя ей. Если нам удастся уничтожить физическое тело Амуна и освободить мой народ от Кхалы, мы отбросим его в пустоту. Это достижимая цель. Это глупость. Риск слишком велик. Нужно уничтожить протосов, сжечь все живое на планете. Нет, Аларак. Если у нас есть шанс их спасти, мы должны им воспользоваться. Не пытайся со мной спорить. Я лишь хотел дать тебе мудрый совет, но если ты в нем не нуждаешься, я умолкаю. Правильно, так что помалкивай. Элементы системы питания Пси-матрицы расположены в трех местах на разных концах Айюра. Нам нужно разделиться и разрушить их. Я буду направлять вас с вершителем с борта копья Адуна. Начинаем по твоему приказу, Иерарх. Все понятно. Короче,
И если так, то это 3 миссии должно быть. Ладно. Сохранить буду потом проходить. И этих миссий, если их 3.